Каспийская, Черная, Азовская, Балтийская и Белая. Во все эти пять морей можно доплыть прямо отсюда. Ну, пока не получится. Вон какой лед. Что ж, тогда побродим вокруг. Я шагаю по Москве. Дальние странствия. Когда-то люди плавали по рекам не развлечения ради, а пассажирства для. В самом конце этой красивой эпохи в Москве и был построен Северный речной вокзал. Как же тут красиво, а я и не знала. Действительно, даже для коренных москвичей нынешний облик вокзала зачастую новость. Всего пару лет назад эта почти что заброшка была реконструирована. Но именно теперь, когда ковидные ограничения сняты, москвичи без масок и перчаток поднимают паруса, образно выражаясь. А если пойти на северо-восток от вокзала, то мы попадем в огромный красивый парк. И в этом парке наших участников ждет множество интересных заданий. Какой красивый памятник! Эта девушка символизирует Россию, а ее руки – Волгу и Москву-реку. А если пойти по мостику над Ленинградским шоссе, парк продолжится. На этом маршруте вас ждет множество скульптур, аттракционов, географических загадок и даже музыкальных импровизаций. Я шагаю по Москве. Дальние странствия вокруг Северного речного вокзала.